Приятным моментом для исполнителей, актеров и режиссера стала премьера нового клипа, который снимали в Иркутске к 80-летию ГИБДД. В работе над роликом приняла участие наша съемочная группа. По сюжету преступник совершает кражу из ювелирного магазина. Экипажи ГИБДД начинают преследование. Подготовка и сами съемки заняли около полутора месяцев. И для некоторых сцен пришлось перекрывать дороги, в том числе Академический мост. Любопытно, что в ролике задействован всего один профессиональный актер, зато сразу несколько сотрудников ГИБДД. А корреспонденту нашего канала Евгению Шоеву даже не пришлось вживаться в роль. Он просто выполнял свою работу. Три экипажа ГИБДД все-таки настигли машину с предполагаемым преступником. Как мы видим, сейчас за моей спиной идет процедура досмотра. Что же, можно сказать, что это не подходит?